хочу посмотреть, сколько грязи за год использования накопилось в этом фильтре. Но с учетом того, что в году 365 дней, каждый день примерно 3 литра проходило через этот фильтр. Ну, соответственно, больше 1000 литров получилось. Сейчас разрежем, посмотрим, что там внутри, сколько грязи содержит наша вода. Вам треснуло. Ну, ладно. Нет, сейчас попробуем допилить. Ну, вот такая картина. Мне, честно говоря, непонятно, что из этого грязь и что за структура здесь. Может быть, это должно быть белым цветом? Стал вот таким. В общем, не понимаю. Либо эта субстанция раньше была белой до использования воды. Это лишь мои догадки. А стала такой вот черной. Либо тут грязи-то не особо. Потому что масса однородная. Какие-то мелкие частицы. В общем, непонятно. Всегда хотелось посмотреть, что тут, но все время лень было пилить его. Тут вот сеточка такая микроскопическая. В общем, непонятно. Хотелось бы, конечно, в оригинале, в смысле, в новом виде посмотреть, как он выглядит внутри, но что мне неохота новый фильтр распиливать лишний раз. Так что вот так. Вторая половинка. Все то же самое. Все однородного цвета и вида. В моем понимании, как я понимаю, фильтр как-то должна обозначать вся грязь здесь.
Ну, не знаю. Вот тут сверху более такая белая субстанция. Может, он изначально вот таким должен был быть, а потом стал черным. В общем, одни догадки. Вот это самое дно, фильтр тоже маленькая сеточка микроскопическая. Мне казалось, что грязи тут будет прямо очевидно, так вот видно. Потому что запах от воды идет такой, какой-то ржавчиной воняет. Неприятный, думаю, наверное. Грязь как-то должна здесь особо выделяться, ну не знаю. В общем, вот такая вот ситуация с фильтром. Поставил новый, буду пользоваться дальше, посмотрим.